Ежегодно в мае и июне в латвийской столице проводится Рижский музыкальный фестиваль. Это событие международного масштаба собирает выдающихся зарубежных и латвийских исполнителей академической музыки. Программа фестиваля год от года расширяется. Слушателей ждет подлинный праздник симфонической музыки. Начало нынешнему фестивалю положил один из ведущих симфонических оркестров мира, лондонский, под управлением маэстро Антонио Папано. На сцене Латвийского национального театра оперы и балета в минувшую пятницу были исполнены скрипичный концерт Людвига ван Бетховена и вторая симфония Эдуарда Эльгара. Солировал датский скрипач Николай Цнайдер. Скрипка артиста – это Гварнери 1714 года. На ней когда-то играл легендарный Фриц Крейслер. Всего до 21 июня состоится 12 концертов. Они пройдут в Рижском Домском соборе, Латвийской национальной опере, Большой гильдии, Рижском доме конгрессов, в концертном зале Спекери и в Юрмальском зале Дзинтери. Вся программа фестиваля на портале Рижского бюро по развитию туризма livriga.com.